Казанский федеральный университет сохранил свои позиции в топ-200 лучших вузов мира рейтинга Worldwide Professional University Rankings RankPro. Он занимает 154 место в мире и второе среди российских вузов. Напомним, в 2021 году КФУ располагался на 193-й строке в мире и на 6-й в списке российских вузов. Дело в том, что мы очень внимательно следим за рейтингами. Вот, в новых условиях это не менее актуально. К сожалению, ряд ведущих рейтингов они начали закрывать информацию. То есть они рейтингуют российские вузы, но закрывают о них информацию. Это очень сложно в этом случае себя позиционировать, то есть понимать, как мы развиваемся вместе с рынком, повторяем ли тренды или где-то выбиваемся, на что нужно обратить внимание, где наши сильные стороны, где наши слабые стороны. Другой рейтинг РУР из всех названных рейтингов самый новый. Главное его отличие, что его разработали в России. В рейтинге российского агентства РУР Казанский федеральный университет занял 250-е место в мире и 6-е место в России. Это первый рейтинг, который отошел от эмоциональной, от социологической и от опросной составляющей. Здесь сразу же понятно, за счет каких показателей нас тянут наверх, какие там тянут вниз. В международном латышском рейтинге научных учреждений Сеймага Казанский университет занял 605 место в мире и 10 в России. Как говорят эксперты, здесь методика несколько иная. Сеймага Institutions Ranking – это готовится в основном испанской стороной. Испания, она известна еще тем, что она является прародителем рейтинга Webometrics. Это вот, скажем, интернет-активность, узнаваемость и репутация вузов среди интернета. Оценка университетов осуществлялась на основе независимых источников Web of Science, Scopus и других. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.